Пусть век технологий вкалывают роботы, все же человек и его труд – самое ценное. Специалисты на предприятии и в различные организации требуются. Убедиться в этом смог тот, кто пришел на открытое собеседование в универсальный спорткомплекс Подмосковья, масштабную ярмарку вакансий, организованную администрацией городского округа Щелково. Подобные мероприятия ранее проводились, но более скромные в рабочем режиме все вопросы решались, то сегодня немножко время поменялось. А именно в чем? Сегодня и наша промышленность, и бизнес, и социальная сфера на подъеме, требуются рабочие руки. Мы собрали со своей территории всех желающих, кто хочет найти рабочие места. Были выделены автобусы и в Апряново, и в Медвежье озера. То есть мы собрали со всего городского округа, и люди, соответственно, смогут ознакомиться со всеми вакантными должностями. Причин для поисков работы может быть много. Например, Светлана, проработав 36 лет бухгалтером, задумалась о том, чтобы разнообразить свою деятельность, найти сменную работу. Ищет что-то, где необходимо взаимодействовать преимущественно с людьми, а не цифрами. Уже не хочется бумажками заниматься, хочется общаться с людьми. Очень полезное мероприятие для нашего города. Потому что здесь реально есть возможность найти себе работу. И очень понравилось то, что здесь очень внимательные и очень отзывчивые работодатели. Свыше 100 работодателей представили более 2000 вакансий. Преимущественно это предприятия и организации городского округа Щелково, но также и соседних муниципалитетов – Фрязино и Лосино-Петровского. Разнообразие вакансий и направлений деятельности удивляет. Щелково Агрохим – это лидер по производству химических средств защиты растений. Конечно, нам требуются химики, химики-технологи в первую очередь для производства. Экономия времени для нас и для соискателей, поскольку напрямую можно провести собеседование и сразу понять, насколько человеку подходит та или иная вакансия. Не нужно долго рассматривать все резюме. Мы представляем вакансии старших инструкторов по вождению пожарного автомобиля, то есть водителей пожарного автомобиля, и пожарных бойцов, которые участвуют в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ. Работа очень интересная, полезная, то есть приносить пользу людям, помогать им спасать и так далее. Да, это, я думаю, что это призвание. Щелковская городская больница работает в трех муниципальных образованиях – Лосино-Петровске, Фрязино и самом городском округе Щелково. У нас более 2700 сотрудников, которые оказывают помощь медицинскую по многим направлениям. Мы нуждаемся в специалистах, врачах, терапевтах, участковых, лор-специалистах, офтальмологах, врачах функциональной диагностики, среднем медицинском персонале, младшем медицинском персонале, уборщиках производственных помещений, санитарках. Это очень важное мероприятие, ярмарка вакансий, которая поможет нам подобрать необходимое количество работников. Надеюсь, что сегодня мы увидим положительный результат. Пройти в один день в одном месте, предварительное собеседование сразу в нескольких организациях. Формат удобный и для тех, кто в поисках работы, и для тех, кто готов ее предоставить. Так, например, Щелковской городской больнице удалось найти и медика, и хозяйственный персонал. Всего же масштабную ярмарку вакансий в этот день посетили свыше 500 человек, а более 200 приглашены в офисы организации для прохождения основного собеседования или даже финального интервью. Все профессии важны, все профессии нужны. И эта масштабная ярмарка вакансий подтверждает, насколько сегодня востребован труд человека. Анна Бальет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.